Акция против курения прошла в одном из торговых центров Владикавказа. Туда специалисты привезли специальное оборудование, тематические стенды и лекционные материалы. Каждый желающий мог пройти диагностику и необходимое обследование, проверить давление, работу сердца, легких и многое другое. В конце обследования посетителям давали рекомендации, как отказаться от курения, а также рассказали, как восстановить здоровье после этого. Тем, кто все никак не решится выкинуть сигареты, организаторы предлагали обменять одну сигарету на конфету или целую пачку на яблоко. Дело в том, что сегодня реализуется программа, подготовленная Министерством здравоохранения, которая направлена на профилактику вредных привычек, особенно среди работоспособного населения, потому что смертность очень высокая именно среди работоспособного населения, потому что это один из основных факторов смертности и таких заболеваний, как инсульт, инфаркт.